Привет, с вами Вилсаком, у меня в руках экстрим-камера Polaroid Cube, очень маленькая, очень забавная, но, как пишет производитель, снимает 1080p и действительно экшен. Ну а поскольку я не очень энергичный чувак, со мной сегодня ребята из экстрим-шоу velojump.ru, которые сегодня попрыгают именно с этой камерой, покажут, что умеют, а вы посмотрите, как она снимает. Это многократные чемпионы России Михаил Суханов и Тимур Ибрагимов. Поехали! Давай. Я тебя буду сюда. Ты меня будешь? В другую сторону. Друг. Всего 45 граммов веса, экшн-камера, все дела, но не ждите от нее чего-то сверхъестественного. Магнитное крепление, одна кнопка, если у GoPro их две, это не просто, то здесь одна, и это достаточно забавно. Самое классное то, что у нее диафрагма 2.0 и пишет в двух режимах, 1080 и 720p, 30 кадров в секунду. Вот под этой заглушечкой находится слот для карты памяти, поддерживаются до 32 гигабайт. Также microUSB разъем и переключатель этих самых режимов. Все очень просто, все очень понятно. И спасибо ребятам из фотосклада, пока мы эту экшн-камеру тестировали, а именно они предоставили мне ее для, так скажем, экзекуций. Оставлю себе, потому что мы ее немножко ухайдакали, но несмотря на то, что она летала у нас достаточно круто, выдержала. Вот это ее главное, собственно, значение – снять лучшие кадры в вашей жизни. Ну что ж, спасибо ребятам за то, что поснимали, это было очень забавно. Вот такая экшн-камера. К сожалению, крепление на велосипед оказалось не очень экстремальным, но в целом камера выдержала. Несколько раз она у нас отваливалась, прыгала по асфальту и, как вы видите, осталась цела. Я еще футаж с нее не видел, а вы уже видели и можете оценить, как она снимает. Главное ее преимущество в том, что она очень маленькая, живет 90 минут, снимает 1080p, и это круто. И главное, стоит около 7000 рублей, так что найдет своего покупателя точно. Я себе такую
такую вот приобрел и рад, потому что я не очень спортивный чувак, ну, наверное, это нужно менять, но мне возможности Hero 3, Hero 4, наверное, с избытком. Но иногда подснять что-то быстро на нормальную камеру, на специальное устройство, бывает нужно, которое можно приклеить к какому-нибудь автомобилю на магнит, это круто. А с вами был Вилсаком, ребята из Velojump, и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, лайкайте, пока!